Всем привет! А перед просмотром я хотел бы вас попросить поставить большой палец вверх и прокомментировать видео. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия и тем будет лучше. Ребята, вы себе даже не можете представить, как один лайк или положительный комментарий может повлиять на меня, дав мне больше силы, больше энергии, улучшенное настроение для того, чтобы записать новое видео как можно быстрее, записать его для вас, выложить его как можно быстрее, потому что я для вас стараюсь. И за это, ребята, надеюсь, что вы также будете мне выделять помощь, тем самым ставить лайки, комментировать, делать меня более энергичным, радовать меня, давать мне настроение. И я буду больше стараться для вас, потому что я буду знать, что вам это нравится, вы хотите больше серий, и вы хотите продолжения, ребята. Я надеюсь на вашу поддержку, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и, ребята, это уже, можно сказать, не скажу, что прям конец этого сезона, но конец этого сезона, ребята, уже близко. О, нифига себе, поменялись вот эти сундучки. Ну да, в принципе, под Новый год они всегда меняют текстурки сундуков, сейчас они вот такие новогодние. Так, ребята, ну что, кто тут у нас? Эртквик, Псайшок. Это уже, ребята, близок конец этого сезона. Если какая это вообще серия? Вроде 137-я, то есть добро пожаловать в 137-ю серию, ребята. Если нам удастся все быстренько прокачать, сделать нам еще точно мьюту сделать. Ну, ребята, зато мы уже заспавнили Райквазу. Вот она. Точнее, мы ее словили, она заспавнилась, и мы ее сов... Да, о, вот где она, что-то я. И Пуригон у нас, ребята, мы его заспавнили. То есть мы его не заспавнили с помощью гейммода, а он действительно спавнится, ребята. Кто не знает, может, в следующих версиях убрали спавн его, но в этой версии, ребята, он заспавнился. То есть мы себе крафтили стаки вот этих компьютеров, да, то есть мы взяли из креатива ресурсы только для того, чтобы проверить, действительно ли он спавнится, и мы скрафтили сразу же стак компьютеров, и он действительно заспавнился, и, ребята, мы его словили. Отлично. Ну, сейчас, ребята, нам нужно продолжать прокачивать нашу команду, то есть есть у нас, ребята, Rare Candy. Ну ты зараза, а. Есть у нас Rare Candy, так, ты где? Иди сюда. Это так должно быть или бредятина какая-то? Бедрил невидимый, фиг его знает почему. Ладно, ребята, давайте быстренько докачиваем эту команду. Прям быстренько. И, ребята, начинаем прокачивать новую команду, потому что это уже у нас докачано. 56, 57, 58, 59, 60. И Клойстер, Шайни. Быстренько, ребята, это все прокачивать, чтобы начать уже новую, чтобы прокачивать уже новую команду. Если, ребята, все будет по плану, то финальная серия этого сезона у нас будет 150-я. То есть сейчас она 137-я, и к 150-й серии мы уже должны хотя бы попытаться закончить этот сезон, чтобы уже начать другой. Так, это отлично, 24 Rare Candy, еще потом себе сделаем. Вот так. Опа. Фух, ну что, ребята, давайте сейчас как раз посчитаем, какая это вообще команда по счету. Ой, гости у нас дома, иди отсюда, да, хотя бы пройти. А какая это вообще команда по счету? Тут у нас 5-я, 10-я, 15-я, 16-я, 17-я. Это, ребята, 18-я команда по счету. Это уже 4-й ящик и 18-я команда по счету. Сейчас, ребята, набираем новую команду. Жук. Нам нужен жук. Пинсер. Пинсер же у нас жук. Жук. Дальше. Да тут, в принципе, ребята, уже нету, знаете, такого понятия. Сначала огненный, потом электрический, потом травяной, потом, не знаю, водный, потом летающий, потом дополнительный. Сейчас у нас же вообще толком покемонов нету, поэтому нужно любых брать, которые у нас есть, чтобы только прокачать. Но нужно брать хотя бы тех, у которых нормальные атаки, чтобы мы нормально смогли их прокачать. Маро... да, Кьюбон, точнее, Маровак следующей эволюции. Граунд. Извиняюсь. Как раз Кубон нам нужен. Кубон, граунд, это сойдет для Блисси. Потом Анорита, наверное, в следующую команду возьмем. Нормал.
Ну давайте возьмем, ладно, Клефери. Кто у нас еще там есть? Давайте, наверное, Гул'дин возьмем. Водный. Ну, сойдет более-менее. Потом Солозис, это у нас кто? Психический и Гастли. Гастли, ну, призрак. Ну, пускай будет. Вот такая, ребята, у нас команда получилась. Поючилась, да, хотел сказать. Первым, кого мы, наверное, будем прокачивать. Хотя, кто там? Да, Пинсер, он у нас 45, ему стало еще 15 уровней, поэтому опа-опа-опа, вот так. Быстро 1-2, еще раз. И вот так. Пинсер, ты у нас жук. Я надеюсь, тебе Эксизер пойдет. Я на это надеюсь. Ютурн. О, нифига себе, сколько у нас. Давайте уже сразу все возьмем. Что там, Solar Beam, Energy Ball. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Shadow Ball. Taunt. Shadow Ball нет смысла изучать. Давайте по приколу возьмем. Так, Overhead, Fire Blast, Flamethrower возьмем. У нас Surf, о, есть Surf, отлично. Scald. Так, отлично. Сейчас, ребята, попробуем. Пинсир, тебе Эксизор, я надеюсь. А, он уже знает, отлично. Потом Кьюбон. Замечательно. Потом Клефери. Я не знаю, давайте попробуем вот это изучить. Может, отлично. Она еще и шайни, точно. Гул'дин. Ну, Гул'дину давайте пока что не будем. Солозис у нас психический. Вот, замечательно. Вот так. Гасли бы Energy Ball. Какой Energy? Shadow Ball, но он вообще урона не будет наносить, поэтому... По Блисси. Поэтому я не знаю, ребят, наверное, мы его тупо будем прокачивать. Ну, как бы он у нас будет стоять в команде, мы его будем тупо прокачивать. Так, ребята, что я хотел, что я хотел. Пока тут сейчас уже ночь будет, давайте, ребята, до того времени мы себе сделаем еще Раркенни. Так, чтобы нам сейчас, ребята, уже пофигу, что нам продавать, нам нужно все продавать. Поэтому, ну, может, вот эти камни эволюции мы еще себе оставим на потом, вдруг они еще потом пригодятся. А вот эти болы, вот это все, это уже давным-давно нужно было продать. Так, потопали, ребята. Это все... Чикарит, да. Это все давно уже нужно было продать, потому что, в принципе, конец сезона, и нам уже нету смысла сейчас это все собирать. Нам нужно как можно быстрее это уже все продать. Алмазики себе сделать, потом Rare Candy и все. Чтобы у нас было уже на запас. Так. Нам, в принципе, уже даже никаким покебол не нужен, не нужны. Нам еще парочку мастерболов может пригодятся. Ну, как бы нам еще нужно же будет словить Мьюту. То есть один мастербол, которого у нас нет, нужно будет себе купить. Ну и в общем, больше нам походу никого не... Ну, больше покеболов нам и не нужно, ребята. Так, отлично, вот так. Сейчас лечилочки. Какие у нас там есть? Желтая, это вот это. Потом еще что-то есть. Походу больше ничего нету. Ну, орбы еще есть. Так, орб. Вот он. Продаем быстренько. Ставим вот сюда. Еще 18 ультраболов есть, нифига себе. Их, походу, тоже продать тупо нужно, да и все. Давайте купим еще там 3. Пускай будет, да и все. Отлично. Фух. Так, это возьмем. Нет, не вот это, а вот сюда. 1, 2. Сейчас, ребята, вообще напасемся вот этого. Чтобы нам уже тупо хватило на все. Так. Еще давайте раз. Вот так, отлично. Ху. Сейчас, что я хотел. Давайте вот это сначала выложим. И вот это. Отлично. Сейчас. Давайте тоже тогда вот это сейчас выложим. Пускай пока что там будет. И купим себе золото. Давайте. Ой, нет. Вот так.
И сейчас, ребята, купим себе. Сколько там нам хватит, сейчас мы купим. Не нужно себе, в принципе, тростник будет собирать, потому что глустона нам еще на парочку команд хватит. Может, потом даже нам нужно еще за глустоном пойти, или я потом без съемки пойду, чтобы как можно быстрее уже закончить это все. Ну, чтобы не затягивать, можно и так сказать. Так. Точнее, потом пойду, но сахар, ребята, нам и так нужен. Отлично. Это тогда еще вот сюда. Отлично. 64. 64. Ну, давайте тогда уже сразу сделаем. Вот так. Замечательно. Давайте возьмем вот так. Еще сделаем себе стак сахара. И купим еще, ребята, золото. Так. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Возьмем еще стак яблочек. Так, это сюда. Нифига себе, ребята, сколько мы еще рар-кенди себе сделаем. Ну, что, в принципе, офигенно. Пускай будет, почему бы и нет. Так, отлично. Еще стак. И вот так, и вот так, вот так. Отлично. Ху. Сколько у нас? Давайте тогда еще вот так. Вот. 2,5 стака раркенди. Офигеть. Так, это тогда сюда. Пускай пока что будет вот так. Сейчас, секунду. Что-то шумело там, фиг его знает что. Так, ладно. Ночь. Сделали мы себе кучу раркенди. На первое время, ребята, хватит. Давайте еще возьмем еды себе, чтобы уже не возвращаться к этой теме, что у нас голод и нам нужно покушать. Возьмем себе еды уже, чтобы у нас прям хватило ее. Это выложим. Давайте еще стак. Нет, хватит. Ой, хватит кушать. Хватит кушать картошку. Хватит кушать морковку. Зачем нам это кушать, если у нас есть рыба? У нас есть свинина, стейки, курица. Это все возьмем, и это все нам, в принципе, хватит. Ой, я выложил случайно. И это нам все хватит, можно сказать, надолго. Ну, столько еды, сколько у нас есть, да? А сколько это? 2,5. Ну, в принципе, нормально. Так. Фух, ребята, идем домой, поспим и быстренько идем на Блисси. Мне там сказали, что я 2 раза забыл заплатить за команды вход, то есть по 5 алмазов. Ну ладно, сейчас заплачу за одну команду 5 алмазов, потом за предыдущую, за которую я тоже вроде не заплатил. И за эту заплачу. Потому что получается, что мы за две команды не заплатили. Вот так. Вот, например. Вот так. За первую команду, за которую я забыл, за вторую и за эту. Все, сейчас уже нету претензий. То, что Эвисон, ты забыл заплатить за команду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, как ты мог забыть? А потом еще... Ты еще за одну команду забыл заплатить. Ну, забыл. Ну, ладно, сейчас зато заплатил. Пофиг. Это я на рассрочку, ребята, брал, то есть на какое-то время, знаете. Ух ты, ну пинсер тут вообще сейчас затащит, перетащит и всех зра-та-та-та-тащит. Офигеть, сколько уровней. Ну, в принципе, нам это, ребята, ой, что-то. Нам, ребята, это и нужно. Нам, ребята, нужно, чтобы у нас было просто до хрена уровней. Вот, отлично. Дальше. Пинсер 46-й. Мы его быстренько сейчас прокачаем до 60-го, даже в этой серии. Так. В этой серии мы его прокачаем до 60-го, это понятно. Может, еще даже кого-то до 60-го прокачаем, посмотрим. Ну, вряд ли еще кого-то до 60-го, хотя бы до 40-го постараемся. Но видите, ребята, с каждой Блисси похренеть, поскольку уровней нам дает. Так. Рейдж нам не нужен, Минимум не нужен, Аквари не нужен, Рекор не нужен. Так, вылечим. Там атаки уже, наверное, кончаются. Так, дальше. Быстро. Один. Ух, он уже с одного удара, ребята, убивает. И Гастли уже эволюционировали. Потом его еще нужно будет в Генгара превратить. Но это уже, наверное, в следующей серии мы это сделаем. Ну, пока что пускай он эволюционирует. Ух, там вот этому чудику розовому, видно, очень не терпится напасть. То есть он прям кипит у него там все. Хантер. Ну, ладно, нападай, так уж и быть. Зараза, а. О,
Все, довольный, напал. Так. Так, еще раз. 49-й. Давай, давай, пинсер. Тебе в этой серии нужно уже 50-м стать. 50-й, уже 50-й. 60-м нужно тебе стать. Так. Вот так, отлично. Фу. Куча вас тут, что, в принципе, замечательно. То есть, когда убиваем одну Блисси, на ее месте сразу другая спавнится, что, в принципе, тоже нормально. Так. 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 А вот эти Shadow, то есть призрачные атаки, Блисси нифига не будут наносить, поэтому, ребят, я даже не знаю. Или призрачные... Хотя нет, вряд ли они будут. Ну ладно, потом посмотрим. Ну, наверное, они нифига не наносят, но... Прокачаемся, наверное, другим покемоном или потом с Раркенди Генгара прокачаем. Ну что, Кубон, давай, эволюционируй. Вторая эволюция уже. Маровак. Замечательно. Давай, Пинсер. Тебе еще 7 уровней вроде. Так, да, еще 7 уровней. Ну попади, отлично. Какая-то 50-я Блисси с одного удара. О, и Гулдин эволюционирует. Да, нет у нас, ребята, Шайни Гулдин. Сколько я раз видел, что там спавнится Шайни Гулдин, я никогда ее не ловил, потому что я думал, что у нас есть Шайни Гулдин. Но оказалось, ребята, это не Шайни, а это обычная Гулдин. Так, ну, эволюционируй там уже. Давай. Так. Замечательно. О, еще и Солозис эволюционирует. Отлично. Давай, 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 давай. Ну? Солозис. Отлично. Все. Это какая уже? Четвертая? Один, два, три. Четвертая. Четвертая эволюция, ребята, за эту серию уже. И пинсер у нас уже 55. 56 сейчас убьем. 56. Shadow Ball. Ну, я говорю, ребят, Shadow Ball нифига не будет тут наносить. Ну, ладно. Изучим, пускай будет. Так. Отлично. Еще раз. 57. Так, сама напала. Ладно. Так, отлично. Дальше. 58-й, Пинсер, ты вообще, ну, да, в принципе, он с одного удара убивает, что можно сказать, очень офигенно. Ну, вот, 60-й Блисси он с двух ударов убивает, но все же, не так уж и много, можно сказать. Все, он уже 60-й, ребята. Он уже 60-й. Хотя мы только что пришли, можно и так сказать. Так, ху, Маровак, 35-й. Давайте попробуем Маровака, ребята, прокачать. Будет ли он тут нормально прокачиваться? Эртквик. Ну, понятно, что не так, как Пинсер, но если посмотреть на то, что он 35 уровень, это для него нормально. 10 тысяч опыта для Маровака 35 уровня, он за одну Блисси 3 уровня себе заработал. Поэтому, ребята, снимаем вот это, одеваем вот это. И сейчас, ребята, будем прокачивать Маровака. Мне так кажется, что, в принципе, самый оптимальный такой вариант. С 2-3 ударов, ну, иногда побольше, но... В этой серии, ребята, мы, может, еще и Маровака прокачаем, ну, в каком-то 50-м уровне. 50-м уровне. Так. Отлично. Маровак. 41-й. Ух. А, ну да. Ребята, мы за 2 Блисси себе сделали вроде... За 3 Блисси. Давайте, за 4 Блисси мы себе сделали... Сколько уровней? Ой. Дримитер... Это нам не нужно. За 4 Блисси, ребята, 8 уровней. Что, в принципе, офигенно. За 5 Блисси 9 уровней. Ну, тут у тебя уже Earthquake закончился. А, не, как раз хватило, офигеть. Waterfall, Fury Attack, ла-ла-ла, вот так. Отлично. Ребята, мы еще даже Маровака к 60 уровню в этой серии прокачаем. Это вообще офигенно. Ну, кач на Блисси, это, ребята, вообще с ума сойти. Если бы мы не сделали себе эту ферму, ребята, я благодарен за то, что вы были согласны за то, чтобы сделать себе, чтобы сделать ферму. Потому что, ребята, если бы мы не сделали эту ферму,
то мы сейчас бы прокачивали, я не знаю, какую там 15-ю команду по счету. Нет, мы бы где-то находились посередине. Мы бы где-то находились посередине ящика. Посередине третьего ящика. То есть мы бы еще прокачивали, не знаю, какую там команду. 12-ю, а сейчас у нас уже, ребята, какая-то 15-я, 16-я, 17-я. Это, походу, или 18-я, или 19-я команда. А если бы мы не сделали ферму, то сейчас мы еще бы прокачивали где-то 15-ю, ну, какую 15-ю, 12-ю, 13-ю команду. Реуни плюс. Что, в принципе, ребята, действительно, мы прям очень быстро прокачали. Если так считать, ребята, мы за одну серию... Нет, какую за одну серию? Мы за две, даже не за две, мы за три, за четыре серии мы прокачивали одну команду. Ну, давайте возьмем оптимальный вариант, три серии, да, ладно, чтобы не преувеличивать, не преуменьшать, давайте будет три серии и одна команда. То есть, допустим, 10 серий, у нас три команды. 10 серий, три команды, ребята. Три команды за 10 серий. Сейчас мы прокачиваем одну или две команды в одну серию. То есть сейчас у нас за 10 серий, давайте будет 8, тогда за 10 серий мы прокачивали 3 команды, сейчас за 10 серий мы прокачиваем около 9-10 команд, что, в принципе, офигеть как много. Поэтому, ребята, мы таки быстренько качаемся. Вот, в этой серии, ребята, мы еще Маравака к 60-му прокачаем, то есть можно сказать, ребята, за одну серию мы прокачали себе команду, не команду, о, нифига себе, мы прокачали себе Пинсера к 60-му уровню и Маровака к 60-му уровню, что, в принципе, офигеть. 19 тысяч опыт, это офигеть. Офигеть, ребята. Так, отлично. Ну что, давайте, ребята, еще два уровня Мароваку и это, и все. То есть, мне кажется, уже хватит. Я хотел прокачать его к 50 уровню в этой серии. Оказалось, что мы его еще сможем прокачать к 60 уровню в этой серии. Что, в принципе, очень офигенно. Так. Так, отлично. Давайте, идите еще сюда, блин. А, он уже 60-й. Отлично. Ху. Кого дальше прокачивать? А, Сулозис, Клифери. Давайте попробуем Клифери, ребята. Я не знаю, хотя бы на одной Блисси. Опа. А она еще нифигасеньки себе так рубает, ребята. А ну давайте друг Бодислэм. Нифига себе, с трех ударов. С трех ударов. 14 тысяч опыта. Ребята, мы в этой серии еще и Блисси прокачаем к 60 уровню. Это вообще уже, ребята. Ой, не тем ударил. А вот это. Ну, это понятно, что не очень сильно будет бить. Я просто попробовал, можно ли на нее изучить вот ту атаку. Так. Давайте вот это. Ну да, в принципе, там атака и такая на 30 урона. А вот это. Ну, в принципе, да, стальная тоже нормально им наносит. Атака. Так. О, как раз 59-я Блисси. Что, в принципе, офигенно. И мы еще, ребята, и Клифери прокачаем в этой серии. Так. И, ребята, нам еще нужно Клифери будет эволюционировать в этой серии. Ну, или в следующей. То есть там еще Мунстон, да, нужен. Нужно дать, чтобы она прокачалась. Или даже в этой. Ну, посмотрим. Сейчас мы, ребята, это все посмотрим. Так. Ну, в принципе, две команды за одну серию, можно и так сказать. Это, ребята, нормально. Так. Отлично. Ну не хилься ты, Блисси, пожалуйста. Что-то нереально мазать начала. Ну, ладно, давайте Пинсером. Пинсер сейчас вообще затащит тут все. Еще раз. Ох. Вот этот хил. Так, вот, отлично. Ну что, Клифери, давай тебе еще три уровня, и на этом можно заканчивать. Так, два уровня. То есть, я имел в виду. Отлично. Отлично. Так, иди. Вы что, все в бою там? Так. И еще раз. Замечательно.
Давай еще ты быстренько. Два уровня нам дашь. Ну как, два уровня не дашь, конечно, но... Отлично. Опять в бою. Вот. Еще один уровень, и все. Можете гулять себе тут близ, сколько хотите. Ну, не сколько хотите, потому что мы еще потом с одной командой придем. Так, если бы ты еще так быстро не бегала. Во. Все? Да, все, ребята, Кефери, 60 уровень. Ху. Харе уже вот эти Киогреспа. Опа. Ребята, мы в одной серии прокачали трех покемонов к 60 уровню. Что, в принципе, офигеть, как быстро, можно сказать. Так. Сейчас, ребята, чтобы просто сейчас. Давайте тогда вот так сначала. Это удалим, это удалим, это удалим, это удалим. Много яиц тут. Вот так. Берем, ребята, компьютер. Берем мастерболы. Ставим Нет, сначала. Сначала берем вот это сюда. Опа, опять размножилось. Так, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот, тогда удаляем. 49 уровень Хантер удаляем. Поке спаун Генгар левел 49. Готово. Это можно удалить. Точнее убрать. Выключаем. Отлично, вот, ребята, Генгар. Мы эволюционировали, можно и так сказать. Сейчас, ой, нет, нет, нет. Я опять, ребят, это я случайно заспавнил, то есть я не буду его ловить, не буду убивать, я случайно заспавнил. Я хотел опять включить гейммод, чтобы выкинуть компьютер. Это я, ребят, случайно заспавнил. Так, что я хотел? Вот это я хотел взять. Хорошо, что я не продал вот эти камни эволюции, в принципе, сказал, что они могут нам пригодиться, они действительно нам пригодились, потому что нам еще Крифери нужно эволюционировать. Иди сюда. Отлично, давай. Фейбл, как это там называется? Еще шайни. Ух. Давай, долгая серия, ребята, уже более-менее. Лайк за долгую серию. Не всегда получается ее сделать долгой, но стараюсь. Как можно дольше сделать. Так, Фейбл. Вот она. Так, давайте сначала... Нет, сначала, ребята... Прокачаем Сикин 55, 56, 50, извиняюсь, 59, 60, Ремикулус, какой-то там 50, 51, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, потом Генгар, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ху! Это можно уже все выкидывать. Ну, точнее, забирать. Это сюда. Ну что, ребята, Пинсир 62. Маровак 61. Клифейбл 60. Сикинг 60. Ревниклус 60. И Генгар 60. Прокачали, ребята, мы за эту серию две команды прокачали. Ну, точнее, мы предыдущую команду, да, качали, и эту команду мы, ребята, прокачали полностью, можно и так сказать. Выкладываем. Офигеть. Это у нас, ребята, 15-е, 16-е, 17-е, 18-е, 19-е команда по счету. Офигеть. Так, следующий. Анорит. Берем Анорита. Статс. Да, отлично. Жук. Потом, кто бы еще нормальный был тут на прокачке? Кто бы еще тут нормальный был? Офигеть, ребят, у нас есть Дуктрио. Мы его еще до сих пор не прокачали. Еще и при том Шайни. Я не знаю, ребята, мы ловили Шайни, Дуктрио сразу или Шайни Диглета. Ну, в принципе, ладно, пофиг, потому что за целый сезон там уже тысячи Шайни Диглетов и Дуктрио заспавнились. Но ладно, даже если мы словили Шайни Дактрио, а не Шайни Диглета, они эволюционировали его в Дактрио, то ладно, пускай. Ладно, возьмем его на прокачку. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Кого бы, ребята, взять? Фарфетчд может. Нормальный флайинг. Ну, пускай будет. Потом, кого бы еще взять? Иви. Кто у нас еще не хватает Иви?
Глосион. Давайте еще Иви возьмем, сделаем Глосионом. Джинкс пускай будет, ладно. И кого бы еще одного? Кого бы, ребята, взять? Может, тебя? Нет, ты жук, поэтому ты у нас будешь. Вот, давайте, может, вот так. Пойзон, ну... Нидоран, Фемейлон. Ребята, я не знаю вообще, сможет ли эта команда что-то затащить, ну хотя бы попробуем. Фарфетч уже 49 уровень. Я даже не знаю, чтобы Фарфетч нормально изучить. Какую атаку, чтобы он тащил. Solar Beam. Давайте попробуем Energy Ball. Да, не может он изучить. Я не знаю, ребята, что ему, если честно, изучить. Чтобы он хотя бы... Чтобы кого-то хотя бы убивал. Сизер, так. Ну понятно, что Эртквик он не изучит, он же летает, можно и так сказать. Флэм тоже не изучит. Я не знаю, ребят, ладно, потом как-то разберемся, что ему изучить, потому что команда, я не знаю, сможет ли она вообще что-то затащить. И психически. Ну, Жинт сможет что-то и сможет, фиг его знает. Рефлект, телекинез, психик. Сейчас попробуем, ребята, сможет ли она вот это изучить. Ну, сможет, по идее, да. Вот так. Ну, ладно, потом, ребята, разберемся. На этом давайте закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем, ребята, с наступающим Новым годом. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.